Всем привет! И вы на моем канале, и сегодня я вместе с Тавров Хелом буду отвечать на ваши вопросы в комментариях. Да, их немного, но я нашла некоторые. И первое это где я снимаю видео по типу ноготочек и губок с историями. Это я делала в приложении Ibis Paint для рисования. Там можно не только рисовать, но и вставлять картинки. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Он очень популярен. Почему я почти на всех своих видео, больше половины, отключаю комментарии? Так вот, все просто. Я этого не делаю. Это делает YouTube. Я не знаю зачем, но он отключает комментарии, когда я их разрешаю. Абсолютно все комментарии. Не знаю, почему на некоторых есть, а на некоторых нету. Видимо, сжалился YouTube. Ну, я попытаюсь что-нибудь с этим сделать, чтобы вы могли писать мне под каждым видео. Также хочу поговорить вот как раз про эту рубрику. Хочу спросить, понравилась ли вам такая рубрика? Если да, то тогда давайте ее продолжим. Для этого нужно написать под этим видео в комментариях, если они разрешены будут. Какой карте вы хотите увидеть вопросы? Ну и, конечно же, нужно написать вопросики. Так что пишите под этим видео, какие вопросы вы хотите увидеть. И, кстати, эту башню я потом прошла. Да, могу сейчас показать вам, как я прошла эту башню. I'm just calling to say I've been thinking about it.
прошла, я так счастлива. Так, 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 так. Осталось чуть-чуть, главное не упасть вот на этом моменте. Я так счастлива, я... Я так рада! Я впервые прошла Tower of Hell. Вот прям в первый раз я прошла Tower of Hell. Ни разу не проходила еще. Я так счастлива, ура! Я очень рада. Всем пока-пока.
Ура! Я первый раз прошла Тавр. Я так счастлива. Я рада. Ура! Я первый раз прошла Тавр. Понимаете? До конца. Я так счастлива. Ура!